Сегодня у нас воскресенье. И мы с детьми решили прогуляться на фломаркт. Короче, типа базар, образно, где продают старинные вещи. Погода сегодня великолепная. Мама у нас работает сегодня, дежурит. А мы решили вот немножко прогуляться. Посмотреть, что там будет интересно. Еще, кстати, хочется таких приятных новостей немножко рассказать, что в Германии послабления такие серьезные произошли по коронавирусу. Открывался уже практически весь общепит. Вечером гуляешь, очень много людей. Блин, ну шикарно уже. Хотя бы настроение такое поднимается, когда идешь по улице. Что еще интересного у нас произошло? Так, я сделал первую прививку. Вторая у меня 22 числа. Это перед поездкой в Хорватию. В августе мы собираемся в Хорватию поехать к маме. Что еще? Школа у детей до 22 июля. Да, Соль? Да. Да, 22 июля каникулы начинаются. И 1 сентября заканчиваются. Мелкий в сад ходит, все хорошо. Ну, в общем, вот такие послабления шикарные, что уже можно пойти куда-то покушать, посидеть без теста. По крайней мере, уже это очень сильно радует. Так что начинаем жить. Не знаю, надолго ли это все будет у нас, потому что, скорее всего, в сентябре, мне кажется, опять какая-нибудь 3-я, 4-я, 5-я волна, какой-нибудь новый штамм придет, и все закроет. Но пока держимся. Купить ее хочешь? Ну, вряд ли это получится, пойдем. Ну, прикольная редкость такая. Оп, данка. Алло. Так, ну что? Под 1 евро детям до 12 бесплатно. Слава богу. Пошли. Посмотрим, как есть. Если брат просил пластинки. Немецкая. Английская. О, ну-ка. Немецкая. Пойдем дальше. Так себе там все такое. Брат у меня младший просто, он увлекается, у него этот проигрыватель радиола. Ну, он слушает музыку на пластинках. Самоделки какие-то, да? Ладно, пошли дальше. Марк, давай ручку, пожалуйста. Марк, руку, да, пожалуйста? Смотри, какие интересные. Их убивали, да? Да, это чучело сделали. Пойдем. Кого? Та девушка была похожа на Мона Лизу, которую нарисовала. Мона Лиза, а не Эмона. Микроушки, зажигалки. Нет, пошли дальше. Тут барахло все в общем. Что в магазинах, что здесь. Пойдем, Марк. Книжки. Алло. Алло. Да, книги. Что-то еще. Марк, что там нашел уже? А? Картина, ага. Квартира. Золотые. Да нет, это позолоченные. Где Марк? Ну да, так тут любой может приехать. В общем, я так понимаю, любой, у кого есть там какие-то старые вещи, ты приезжаешь, просто ставишь свой дом на колесах и продаешь все свое барахло. Ничего такого интересного здесь не видно.
Тот же самый Бейклайн-Цайгер, как у нас есть, только что вживую. Сварочный аппарат. Бедные олени. О, это интересно. Ну, это бедные олени. Да. Ну, да. Просто берут и убивают. Видишь, какая норма идёшь. Еще раз. Угу, смотрите, сколько, да? Вот там что-то интересное, да? Что-то уже было. Запах чувствуешь, такой интересный? У меня вот такой над кроватью висит. Ловец сновидения. Ловец сновидения, да. Реально, но... Вот Димас. Вот Марк, пойдем. Так, ну-ка, что здесь такого интересного? Что-то старое. О, wir stehen hier mitten in Gewühle. Ich kann dir gar nicht sagen, richtig hoch. Стой, Марк, подожди. Алло. Алло. Ножики. Выпускная работа. Интересная штука. А? Я не понимаю, что это за ножик. Ну, это ручная работа. Ручка сделана из кости, скорее всего. 1940-е были. Papas. Das ist Ihre Fotoalbum, ja? Ah, okay. Auch interessant. Schau, ich habe 40er года, ich habe 38er года. Interessant. Langsam. Марк, ну не надо все трогать, пойдем. Не надо все трогать. Что-то интересное. Вот это такой... Может, по одной, да. Пошли, Марк, я же тебя попросил. Малыш. Ну, вот такие, видишь, еще военные все вот эти вот. Щелки. Угу. Это вот знаки СС, вот это вот были вот такие. СССР? Нет, это против кого СССР воевал. Интересно. Только я же тебя попросил, но только что не трогать ничего. Да, Марк? Нет. Да? Нет. Мама, ты какая Найки отцовка. Пап, смотри, она ты Найки. Ну так, сегодня интересно? Не очень. Ну да, просто все старые вещи свои привезли. Ну как у нас это барахолка называется, у нас тоже такое есть там вдоль рыночков, там вдоль вокзалов в основном. Так, пройтись посмотреть, интересно, а больше. Алло. Языки он досал. Haben Sie etwas interessant, ja? Смотри, какие корабли. О, видишь, смотри, старые. Вот наушники. Вот это такой надо шлем. Шлем, да. Часы. Ага. Значит, я ГДДФ, ДФЛС. Папа, смотри, шлем, да. Вот тут уже поинтереснее. Ну да, что-то такое. Чус. Он и на ауф, данке. Ну, вот есть такие приятные люди, которые типа, я там буду в телевизоре, рукой помашет, и, ну, все нормально. Есть, которые там все время отворачиваются, еще и недовольны, что ты их снимаешь. Ну, вот в Китае, походу, даже. Смотри, аппарат еще такой старый. Сундучки, мюнспрайт.
Так, что здесь интересное есть? Hallo? Im Harz bei 10 Grad. Objektive. Практика у меня такой. Смотри. Ну, снимки, да. Это 10 костюмов. Монеты, смотри, старые. Какие-то значки интересные. 2001 год. Посмотрим, пошли дальше, малыш. Вот и все. Идем на выход. Чувствуешь? Надо руку. А, все, идем. Прошлись, посмотрели. Обычно это когда барахолочка. Ничего интересного. Как-то здесь мы года полтора назад один раз были. И там была интересная единственная мясорубка. Аккуратно, Соня, аккуратно под ноги смотрим. А, какого там 37-го, по-моему, году. Александр, там я еще посмотрел ее название. Она на eBay в среднем стоила там 50 евро. Ее можно было тогда купить за 5. Жена мне сказала, нет, типа, вот это барахло тянуть. Ну, в общем-то, а так ничего интересного сегодня тут и не было. Так, давайте быстренько дорогу переходим. Обычное барахло, которое все продают. И... Ну, или, может быть, вчера было что-то интересное и как бы раскупили. Поэтому, не знаю, на 2 дня была, но сегодня. Пойдем мы дальше. Прогуляемся. Вам всем хорошего воскресенья, хорошей недели, хорошего июля, в дальнейшем такого же августа прекрасного. И спасибо за просмотр короткий, вот нашу прогулочку весеннюю, воскресную. Пойдем мы дальше гулять. Пока.